Следственный комитет Чувашии продолжает расследовать уголовное дело о стрельбе в Новочебоксарске у одного из ночных клубов города. Накануне задержали подозреваемых. Напомним, 20 июля неизвестные подъехали на автомобиле без госномеров к одному из ночных клубов города, обстреляли стоявших у входа молодых людей и скрылись. Обошлось без погибших, но 4 пострадавших с ранениями шеи, головы, рук и ног доставили в больницу. Один из них находится на лечении до сих пор. Следы преступления привели в соседнюю республику. В Чувашию доставлены 2 молодых людей, задержанных по подозрению в причастности к стрельбе у ночного клуба в Новочебоксарске, в результате которой было ранено 4 человека. В результате 4 парня в возрасте от 22 до 27 лет пострадали. Они с огнестрельными ранениями головы, шеи, рук и ног были госпитализированы. Им была оказана необходимая медицинская помощь. 3 из них в настоящее время из больниц выписаны. Еще один продолжает находиться на стационарном лечении. В результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями следствия комитета совместно с сотрудниками республиканского МВД была установлена причастность к стрельбе 2 молодых людей. Оба они являются жителями города Йошкар-Ола, республики Мариэл, им по 27 лет. Утром 21 августа текущего года они были задержаны на территории Ступинского района Московской области при попытке заселиться в одну из местных гостиниц. После доставления в Чувашскую республику они были допрошены следователями в качестве подозреваемых. В ходе допроса свою причастность к вышеуказанным событиям они отрицали. Сейчас подозреваемым избирают меру пресечения. Проводятся судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.